Ну что, молодец, молодец. Итак, следующая на сцену выходит три знака таких, не твердый знак, а да, три твердых знака. Есть такая группа? Есть, давайте ему пошумим. Бери микрофончик, с тобой сейчас пообщаемся. Пятерку дай пацанам. Итак, почему три твердых знака, что это значит, как бы? Расскажи немножко о себе. Всем добрый вечер. Здорово, добрый вечер! Тихо, друзья! Что касается Ника, просто все, что я хотел было занять, я всегда любил, назвал с тремя знаками. Давно ты в рэпе? Как ты вообще пришел к нему? Я не знаю, рэп ли это, вы сами услышите. Ты заинтриговал уже. Я музыкой занимаюсь, ну, свои песни за месяц, потом посмотрим. Понятно. Ну что, Сергей? Сюда пришел! А? Да, какой тебе лучше, такой и бери. Ну, здание. Люка! Иди